Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 5 на странице 29 учебника математики для 2 класса. Автотрофеева. Рост мальчика с пальчик 12 сантиметров, а маленького мука 1 сантиметр и 3 сантиметра. Кто из мальчика выше на сколько сантиметров? Сначала давайте мы с вами выразим рост маленького мука в сантиметрах. 1 дециметр, 3 сантиметра. Равно в одном дециметре 10 сантиметров. И еще 3. 13. 13 сантиметров рост маленького мука. Рост мальчика 12 сантиметров. 13 сантиметров больше, чем 12 сантиметров. Значит, маленький мук выше. Теперь мы должны будем узнать, на сколько сантиметров. Чтобы узнать, на сколько, нужно из большего вычесть меньшее. 13 минус 12 равно 1. На 1 сантиметр выше. Записываем ответ. Две точки. На 1 сантиметр выше. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.